привет! Вы на канале «Умные животные», и сегодня я расскажу, как сделать команду «Поворот». Все, что вам понадобится, это корм и ручной попугайчик. Вот у меня крошка. Если хотите еще изучить другие команды, вы можете посмотреть другие видео, которые я показывала. Это команда «Ко мне», «Поклон», «Крылышки». А теперь мы выучили четвертую команду. И готовы с вами поделиться секретами ее изучения. Берем, значит, корм, пучочек. Показываете своему попугайчику. Он видит, что там у вас корм. Ставите руку и вводите вот так по часовой стрелке. Или против, как вам удобно. И говорите «поворот». Даете, если ваш попугайчик повернулся, благодарите его. Даете корм, говорите «молодец». Вот так. «Поворот». «Молодец». Еще раз повторяйте «поворот». «Молодец». Довольно сложная команда, нам удалось это не за один день, конечно же. Но ничего, все у вас получится, если стараться каждый день выполнять ее. Поворот, молодец. Когда попугайчик уже понимает, что за выполнение этой команды он получит корм, тогда вы можете уже держать руку просто вверху и говорить «поворот, молодец». Крошка, поворот. Молодец. Поворот. Молодец. Поворот. Молодец. Поворот. Молодец. Поворот. Молодец. Еще раз давай. Крошка. Нашел уже крошки. Крошка. Поворот. Не поклон, поворот. Молодец. Сейчас я вам покажу все четыре команды, которые он изучил. Ко мне. Крошка. Молодец. Первая команда. Поклон. Поклон. Крошка, поклон. Молодец. Это вторая команда. Крылышки. Крылышки. Крошка. Крылышки. Молодец. Третья команда. И четвертая. Поворот. Крошка, поворот. Молодец. Как видите, мы уже знаем четыре команды. Каждый день их повторяем. Забывали, чтобы попугайчик не забыл их. Делать это нужно лучше изучение команд на голодный желудок. Поворот. Молодец. Так лучше получится результат. Быстрее. Поворот. Молодец. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Удачи в ваших тренировках. Всем пока!